друзья. Сзади меня еще один цех завода ЗИЛ. Он, к сожалению, наполовину разрушен, как вы видите. Вот там вдалеке еще есть цеха. И мы сегодня попробуем пройтись. Так что погнали. А, что погнали-то? Обратите внимание, вот здесь вот есть провал такой в земле. Вот. И этот провал не что иное, как туннель. Я вам 500 раз говорил там про то, что под землей завода ЗИЛ были ходы, которые вели туда, вели сюда. Ну вот один из таких ходов. Вот он. Вон он дальше. И так далее. Вон, видите? Они просто затоплены. Мы, к сожалению, не можем туда спуститься. Здесь еще один цех. Ну, пока мы в него попасть не можем. Хотя, почему не можем? Уже можем. Уже можем. Где? Отлично. Прям вообще большая собака? Не слышу? Нет. Встань на мое место, а я пошу. Не, не надо. Так. Где она? Я ее не увидел, я ее услышал. Так это может быть эхо от чего-то. Эхо? Это эхо? Ну, голос на самом деле не похож на собаку, а больше похож на человека, который пытается сымитировать собаку. Тобик, Тобик, Тобик. Выгляни в окошко. Ну, полезли. Тобик. Тобик, Тобик. Все, что ли? Убежала? Эх. Ну ладно. Че? Да я такой думаю, типа, вроде бы собака, знаешь, такая вот, типа, будто старая. А вроде бы человек. 1976. Но это ты просек, что это человек был? Да. Вот. Осталось, чтобы он подписался на наш канал. Нажал на колокольчик, да, и поставил комментарий, типа, пацаны, вы вообще клевые. Буду вас дальше продолжать смотреть. Я буду дальше продолжать смотреть и гавкать. Уу-уу-уу. Ну, где ты? Песик. Цыпа-цыпа, цигель-цигель, ай-лю-лю, или Михаил Светлов, как там? Тухезы, ребят. Не знаю. Ну, в общем, мы тебя спалили. Жаль, конечно, баба славная была. О, здесь тоже, смотри, дно второе есть. Thank you.
тут же мы нашли шланги газовые. Видимо, пропан-кислород или, может быть, углекислота, газовый ключ валяется. Еще один ключ. Фильтр. Фильтр масляный, кстати. Это точно от зила, блин, от какого-то мощного. Смотри, не облейся. Ага, так. Теперь мы попробуем проникнуть вот сюда. Тут, походу, какой-то подвал, что ли. А, ну он затоплен. И значит, мы туда с вами не сможем попасть. Очень жалко. Видите, да? Печалька. Печалька. Тут, смотри, тоже что-то было. Выковырили. Да, знаю. Я тебе больше скажу. Тут весь цех такой. Вот. Причем, если мы с тобой уйдем, мы с тобой, как обычно, окажемся в затопленном подвале, как вот в данном случае. О, вот куда вот это помещение идет? Куда? А оно? Не могу понять, чего там валяется. Вот здесь сколько таких баков было. И куда все это делось, тоже непонятно. Все режут, разваливают. О, пожалуйста. Еще. Вот журнал. Остановка. Остановка, как я понял, была в 2000 году. Да. Инструкция. Вот так вот, господа. Тут вот комнатка. Походу, о, сейф. Видишь, телефон тут уже типа из 90-х. Видишь, такой кнопочный. Наверное, с определителем. А вот теперь смотри, какие мощные ключи делали сварщики, чтобы подкрутить то, сего. Ну, чтобы всегда ключ был под рукой. И чтобы его никто не стащил. Вот они были вот такие. Ой. Вот еще ключец. Труба алюминиевая. Мы вот так вот выходим. Мы выходим во двор. Вот. Здесь вот видим какая-то серьезная штука. Тоже куда-то пошли подземные ходы, куда-то наверх. Здесь вот тоже баки какие-то стоят, курилочка, видишь, ну, сделана. Тут, наверное, люди курили, отдыхали. О, может быть, кому-то лобзик нужен. Вот здесь лобзик есть. Электрический. Электрический, да. Там можете пилить. Вот. Это вот кассета, которая вставлялась. И он стрелял. Тых-тых-тых-тых. И он забивал гвозди. Вот. Вот, кстати, здесь написано. Не курить. Нет. Курить здесь. А, курить здесь. Между прочим, я курить бросил. Это, оказывается, казенное предприятие. Московская энергетическая дирекция, химический цех, ТЭЦ ЗИЛ. Ты понял? О, есть вот холодильник ЗИЛ. Там они узнают. Почему? А, двери нету. Да.
А слушай, а вон эта лейбочка, бирка. На ней что написано? А, вот же дверь валяется. Ёк-макарёк, поднимай. ЗИЛ. Ребята, это ЗИЛ. Вообще просто бомба. Кто-то как раз у меня спрашивал, прям вот на днях тут. Типа... Тоже, видишь, документация. Вот. Типа, что они там делали? О, смотри, какие мощные перила. Не какие-то там вот такие малюсенькие. А вы посмотрите, каких размеров они. Кататься не буду. Нет, это говорит о величии вообще предприятия, перилы. Блин, у меня чуть дверь не упала. Ну, здесь тоже, блин, какой-то вычислительный центр, походу, был. Блин, какие такие части длинные получатся тебе в Инстаграм? Ёк-макарёк. Не прыгай. Я боюсь, она сейчас завалится. А ты видишь, пол был сделан из кусков, угу. Чтобы можно было любой кусок поднять и там что-то поменять. Но я думаю, что там, наверное, какие-то кабеля шли. Слушай, а я понял. Они стояли вот так вот полукругом. И здесь посередине сидел, походу, оператор. Это посрезали их. Видишь? Потому что вот отсюда идет. И там, наверное, кабеля шли. И действительно, чтобы они сверху не шли, их прокладывали всегда снизу. Потому что я смотрю, вот срезали. Насос воды. Хоп. Раз включили. Раз включили. Освещение. ХВО. Что за ХВО? Не знаю. У нас все работает. Заявка принята. Вы просто представляете, каких размеров предприятие было, что мы до сих пор ходим вот там вот и вот там вот. К сожалению, мы не можем попасть и отснять, потому что там закрыто. Колючка там висит, еще что-то работает, что-то. Или нет, не работает, скорее всего, пока воруют там.